это не так. Да еще какой смысл? Я в речи-то, когда сейчас говорю, я не могу поставить кавычки. Ну ты понимаешь, в каком смысле это сказано. На письме-то понятно. Если я сказал что-то, поставил кавычки, это я сказал в ироническом смысле. Или в переносном каком-то. Слово «монах» имеет разный смысл. У нас одного брата, у которого много детей, кто-то спрашивает, а он жил в соседнем селе, где такого найти? А, это монах такой-то, а у него ребятишек уже, говорится, семеро. Ну, кинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Это Давид говорит. Это буквально. Подослали людей, которые где-то вывели, где он в пещере находится, и царь понимает войска. И вы знаете, как он ночью прокрался к нему, имел возможность убить и оставил его. За нами будут следить очень внимательно. Тем более, если сейчас надо было где-то книги запрашивать, а сегодня все до одной книги мы даем каждому. Каждый может взять. Тем более, обвинение искать легко, техника помогает. Запусти любое слово, оно тебе в 30 книгах его это слово найдет. Я даже не знал. Мне из Америки позвонили, говорит, мы ваши книги уже давно ставим на своих сайтах и сделали общее, чтобы легко искать место. То, что я дома один делал только. Они независимо делают то же самое. Сейчас подыщут души моей, ставят сети. И желающие мне зла, говорят о погибели моей, замышляют всякий день козни. Слово «замышляет» — это совет делает. И они где-то там по епархиям сидят, и они все думают, как лучше сделать. Так, а давайте сделаем, чтобы их с университета убрали, занятия не вели. А еще что сделать, чтобы негде было собираться. И сожгли места собраний наших. Давид говорит об этом всем. Что они еще могут сделать? А давайте уничтожать. У кого у бабушек есть книги, он оставляет замыслы. И не надо удивляться. А кто вас поддерживает? Мне даже брат говорит, ну из священников, кто понимает так, вот как ты? Да такой вопрос у Иеремии почему-то не стоял. Кто так понимает? Ну, сказать никто, я не знаю. Но есть кто и понимает так. А кто понимал Христа как? Да как понимал? Христос говорит, не хотите ли вы уйти? Апостолов-то никто не посылал, а этих посылали. А раз посылали, значит, они в этот день получали зарплату. Что я пойду даром выполнять-то? Сегодня самая маленькая командировка, она оплачивается кем-то. Это мы бесплатно делаем. И мы должны согласиться с этим, что ничто не изменилось. И я готов понести и уподоблюсь Христу, если точно так же будет с нами. Над вами-то ведь тоже, не думайте, что вы незаметны, вас замечают. Я вот читаю воспоминания нашего брата, отца Кирилла из Москвы. И они память творят одной женщине. Какая она приехала, а у нас тут кто там оставались-то? В основном пожилые, и то посмотрел, вышел, какие у вас женщины красивые. Это для женщины похвала-то какая. Чем? Видом своим. Вот смотришь, как одеты мусульманки. Явно, что у нее есть закон. Я не говорю о спасительности. У нее есть закон. Просто беззаконие, это все как все. Псалом 55:6. Всякий день извращают слова мои. Все помышления их обо мне на зло. Просто обо мне заговорите где-нибудь. Я послал батюшку и говорю... Приезжал тут священник к нам недавно, я говорю, зайди пока в Покровский собор и спроси там про мои книги, и как будто не знаю. Он так и прикинулся полуюродивым и стал спрашивать, и какая их была реакция. Это надо было слышать, он реально...